Как ведут себя знаки зодиака в конфликтных ситуациях? Конфликтные ситуации являются неотъемлемой частью жизни, и каждый знак зодиака имеет свой уникальный подход к их разрешению. В этом выпуске мы рассмотрим, как ведут себя разные знаки зодиака в конфликтных ситуациях и какие стратегии они применяют для разрешения споров. Овен. Овны обычно прямолинейные и энергичны в конфликтах. Они предпочитают прямую коммуникацию и выражение своих эмоций. Овны стремятся к немедленному разрешению конфликта и могут быть достаточно сильными в своих высказываниях. Они отстаивают свою точку зрения и могут быть агрессивными, если чувствуют, что их интересы подвергаются угрозе. Телец. Тельцы обычно избегают конфликтов и предпочитают мирные и гармоничные отношения. Они стараются найти компромиссное решение, чтобы избежать прямого столкновения. Тельцы могут быть упрямыми и настойчивыми. Их терпение и спокойствие помогают им сохранять хладнокровие в конфликтных ситуациях. Они стремятся к долгосрочному разрешению конфликта и избегают суеты и спешки. Близнецы. Близнецы обладают острым умом и коммуникативными способностями, что помогает им в разрешении конфликтов. Они часто выражают свои мысли и эмоции словами и стараются найти логическое решение. Близнецы могут быть хитрыми и использовать свой сообразительный ум, чтобы убедить других в своей точке зрения. Они стремятся к интеллектуальному разрешению конфликта и могут искать компромиссные решения. Рак. Раки часто реагируют эмоционально в конфликтных ситуациях. Они могут быть чувствительными и защитническими к своим интересам и членам семьи. Раки могут впадать в эмоциональные истерики или становиться обидчивыми во время конфликта. Они стремятся к гармонии и стабильности, поэтому предпочитают избегать прямых столкновений и ищут мирное разрешение споров. Раки могут быть терпеливыми и могут демонстрировать эмпатию и понимание к другим сторонам. Лев. Львы обладают сильным характером и часто стремятся к господству в конфликтных ситуациях. Они предпочитают быть в центре внимания и могут проявлять агрессивность, если чувствуют, что их авторитет подвергается угрозе. Львы могут проявлять доминантность и некоторую драматичность в своих высказываниях. Они стремятся к победе и могут проявлять упрямство в конфликтах. Дева. Девы обычно рациональны и аналитически подходят к конфликтам. Они обладают острым умом и стремятся к объективности. Девы могут быть критичными и обращать внимание на детали, что может вызывать раздражение у других. Они стремятся к практическим и логическим решениям, и их аналитический подход помогает им видеть причины и искать рациональное разрешение споров. Весы. Весы стараются избегать конфликтов, поскольку стремятся к гармонии и балансу. Они обладают дипломатическим складом ума и стремятся найти справедливое решение для всех сторон. Весы могут быть нерешительными и могут колебаться между различными точками зрения. Они стремятся к мирному разрешению споров и могут использовать свои навыки убеждения, чтобы достичь компромисса. Скорпион. Скорпионы имеют сильный характер и стремятся к победе в конфликтах. Они обладают страстным и эмоциональным нравом, что может привести к ярким и интенсивным конфликтам. Скорпионы могут проявлять агрессию и жесткость в своих высказываниях. Они стремятся к полной ясности и истине и могут идти на все, чтобы защитить свои интересы. Стрелец. Стрельцы обычно открыты и прямолинейны в выражении своих мыслей и чувств. Они могут быть честными и прямыми, иногда даже до грубости. В конфликтных ситуациях они могут проявлять беззаботность и независимость, не всегда учитывая чувства других людей. Однако они также открыты для обсуждения и могут быть готовыми к примирению и применению юмора для смягчения напряжения. Козерог. Козероги обладают практичным и рациональным подходом к конфликтам. Они могут быть выдержанными и осторожными в своих высказываниях, стремясь к логическим и разумным решениям. Однако они также могут быть упрямыми и настойчивыми в своих убеждениях. Козероги стремятся к достижению своих целей и могут использовать свою твердость характера для защиты своих интересов. Водолей. Водолеи обычно стремятся к мирным и разумным решениям в конфликтах. Они имеют толерантное отношение к различным точкам зрения и стараются найти компромиссное решение, которое будет выгодно для всех. Водолеи могут быть интеллектуально острыми и аналитическими в своих аргументах. Они могут использовать свою социальную и коммуникативную способность, чтобы найти дипломатическое решение и урегулировать конфликт. Рыбы. Рыбы обладают чувствительным и эмоциональным нравом. В конфликтных ситуациях они могут стать уязвимыми и склонными к избеганию прямых столкновений. Рыбы могут проявлять сострадание и понимание к чужим точкам зрения, но иногда им может не хватать решительности в выражении своих собственных интересов. Они предпочитают мирное разрешение конфликтов и могут использовать свою интуицию для понимания эмоционального состояния других людей.
Каждый знак зодиака имеет свои уникальные особенности и подходы к конфликтам. Важно помнить, что реакция на конфликт зависит не только от знака зодиака, но и от личных характеристик каждого человека. Разрешение конфликтов требует взаимного уважения, открытого общения и готовности искать компромиссы. Надеюсь, эта информация будет полезной. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.